Я всем желаю доброго дня своим подписчикам, знакомым, друзьям. Рад вас приветствовать на своей кухне. Сегодня я хочу приготовить шоколадно-молочный ликер. Для этого нам понадобится это ванильный сахар, пакетик. Плитка горького шоколада, 100 грамм, растворимый кофе. Банка сгущенного молока и, конечно же, бутылка водки. Немножко сюда коньяка для улучшения также вкуса. Сюда мы выливаем банку сгущенного молока. И также мы сюда добавляем наш растворимый кофе. 1 столовую ложку. Сюда еще высыпаем наш ванилин. 1 пакетик. Мешаем. До кипения все это не доводим. Все это убавляем на 1. Ну, довольно горячий. Все это теперь перемешиваем с однородной массой. Теперь мы добавим сюда наш горький шоколад. И снова постоянно помешиваем. Доведем все это опять до однородной массы. Даем ей остыть. И затем мы продолжим с вами делать ликер. Также нам понадобится в ликер 1 звездочку бадьяна. Столько вот буквально совсем немножко. Палочки корицы и 2 бутончика гвоздики. Сейчас мы все это перемелим. Затем нальем кипяченой воды, немножко минут 10 прокипятим и потом вольем в нашу смесь. Мы будем наши греть специи. Минут 10-15. Мы это потом настой из специй добавим к шоколадно-кофейно-ванильно-молочной нашей смеси. Итак, наша смесь, вот мы видим, уже остыла, загустела. Сейчас мы сюда вольем наши настой специи, процедив ее через сито, конечно же. Также хочу обратить ваше еще внимание, что горький шоколад обязательно нужно брать качественный, дорогой и с известной маркой. Должно содержание быть в нем какао не меньше, чем 72,5%. Постоянно помешиваем. Надо вливать потихоньку будет нашу смесь водки с коньяком. Уже на этом этапе ощущается сильный кофейный запах. Так, постоянно потихоньку вливая. Можно, в принципе, немножко даже ускориться еще. Итак, у нас ликер получился около 1 литра. Вот такой вот у нас получился кофейно-молочный ликер. Очень довольно темный.
этот ликер готов к употреблению уже сейчас. Но я его сейчас пить, конечно, сразу не буду. Я ему дам настояться. Ну что ж, я всегда рад вас видеть на своем канале. Кому понравился мой рецепт приготовления шоколадно-молочного ликера, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.